работает, ну, все оружие, казаки, все остальные, твоя жена, что хотел сказать. Сегодня произошел торжественный чин освящения знамени 1-го Крымского сводного казачьего полка. Что хотелось бы особо отметить, здесь присутствуют казаки всех организаций, которые есть в России. Я их всех перечислил. Здесь присутствуют казаки реестра, присутствуют казаки двух организаций СКВРЗ, Водолацкого и Ракиева. Казачья национальная гвардия здесь. Здесь Северодонское казачье войско. Вот, здесь СКР также задорожный. Что хотелось бы сказать, что в этот день казаки пришли все на данное мероприятие. Они уважили не меня и не личный состав. Они уважили прежде всего сами себя. То есть вот с этого вот начинается единение. И вот с этого вот вложен еще один кирпич, фундамент возрождения и воссоздания казачьего народа. Все, с Богом, казаки. Ну, братья казаки, от общероссийского общественного движения «Ветераны России», поздравляем вас. Здесь в первую очередь находятся в рядах казаков, ветераны боевых действий, офицеры, наши братья. Наша основная задача – поддерживать друг друга. Ну и со знаменательной датой 14 марта мы знаем, что в эти события происходило в 2014 году воссоединение Крыма с Россией. 18 число буквально будет накануне. Мы тоже приглашаем братьев казаков, наших ветеранов боевых действий в Александровский сад, возложение цветов возле мемориала Севастополь-Керчь. Так что так, братья. Все. Поздравляю!